смотрю, из Украины, да? Ну, смотрите, написано Украина, а вы из какого города? Владивосток. Понятно. Я из Харькова, я не люблю говорить, что это Украина, но что поделаешь. К сожалению, большевики отдали этот русский город Украине в 1918 году. Понятно. Вы пенсионер или нет? Нет еще. Привет первой и второй речке, если с Владивостока. Ага, знаю. А, какая речка? Ну, у вас районы есть. Первая речка, вторая речка. Не знаете, что ли? Это Хабаровский край. Есть Красная речка. Ну, едешь на электричке, первая остановка первая речка, вторая остановка вторая речка. Потом Океанская, потом Санаторная. И здесь, на этом перекрестке. Вы откуда? Харьков. Харьков, замечательно. Хороший город, Харьков. Хороший. Что здесь обсуждаете? А, ну, от собеседника зависит. У вас есть интересный вопрос? У меня в основном бывает историю, политику там бывает. Ну, задавайте по истории, по политике вопросы, будем обсуждать. Скажите, пожалуйста, почему на карте конца 16 века, карты, как его, как это правда? Ги де Маблана. Ги де Маблана, хотите сказать? Нет, не Гийома де Маблана. Меркатор, атлас Меркатора. Вот на этой территории, на территории современной Украины, современной России, Польши и Литвы, да, нет вообще названия Украины, вообще отсутствует. Вот. Карта издана в 1595 году. И вот, казалось бы, да, ну вроде как должно же быть какое-то понятие, да, вот если тут, там же он все-таки какие-то земли, вот, там каким на то время государством принадлежат. Ну я понял вопрос. Понятие было неофициальное, как. Вы сейчас возьмете карту России или карту СССР, там может быть не написано Сибирь, а написано отдельные регионы, там Омская область, там Новосибирская. Это же не было, Украина не была регионом официальным или совокупностью регионов. Это не было административной единицей. Как вот Сибирь или Урал. Ну а когда она стала становиться как административная единица? Когда стало? Ну, считается, в 1917 году. Вроде как начиналось при Керенском, когда директорию они замутили. Какое-то у них подобие появилось геополитического субъекта. Но в полной мере он стало после захвата власти большевиками, когда образовалась УНР, которую большевики легитимизировали 3 марта 18 года по Брестскому миру. Вот тогда и стало. А почему многие ваши сограждане по-другому совсем думают? Потому что они отравлены укропропагандой. Скажите, а вот если вы свое мнение по истории Украины будете озвучивать среди украинцев, к вам как будут относиться? Нормально. Ну, что значит озвучивать? Смотря в каком месяце. Нет, я имею в виду, вот, допустим, где-то на Украине вы встретитесь там знакомыми, и у вас зайдет разговор об истории государственности Украины. И вы с данной точки зрения будете озвучивать. Ну, это данная точка зрения соответствует в том числе и советским историкам, да, и российской истории. Советские историки создали фейк про Украину. Допустим, Харьков основан официально, даже по британской энциклопедии, по названию реки Харьков. А советские историки, чтобы оправдать тот негатив, что Ленин с Троцким передали Харьков Украине, они придумали сказку про якобы казака Харько, который якобы основал Харьков. То есть, чтобы ввести ложный украинский след в основание. А для чего им это нужно было? Чтобы обосновать тот негативный факт, что они передали Харьков Украине. Оправдаться.
косвенным образом перед народом. Тогда такой вопрос. А почему, зачем вот этим большевикам, которые к власти пришли, была украинизация этих земель? Они были русофобы. Ленин, Троцкий, Каганович, которого они направили в Украину. Если, так сказать, они дали им возможность тому же Кагановичу проявить русофобию, он проявлял. А потом Сталин его тормознул. Он проявлял русофобию именно вот когда была украинизация, с 23 по 31 год. Потом Сталин его тормознул, оно все прекратилось. Кстати, и вы, я вижу, такой человек интересующийся, а то вдруг прорвется, заходите на мой... Я понял, посмотрю обязательно. Достаточно интересно услышать, ну, скажем так... Кстати, тогда вопрос вам. Если вы интересуетесь историей, я так понимаю, что вы, можно сказать, на людей или полупрофессионально, или профессионально интересуетесь историей? Нет, профессия у меня другая. История интересуюсь вот чисто для развития своего канала. Я понял. Ну и раньше интересовался, да, до канала, ну, как любитель. Скажите, есть такой, сейчас появился украинский блогер, Voice Veritas, голос правды или голос истины? Ну да, знаю. У меня есть с ним диалог, кстати, посмотрите. Обязательно посмотрю. Как вы считаете, он ангажированный или неангажированный историк? Вот тот я говорю, что он неангажированный историк. Ну то, что он немного ангажирован, а я бы не сказал, что слишком. Он более-менее прилично ведет диалоги, как ведущий канала. А в жизни я не знаю. В жизни, может быть, по-другому человек себя ведет, чем позиционирует себя на канале. Это же разные вещи. Не, ну это понятно. Возможно, да. Тут понимаете, возможно, присутствует такой фактор, как зарабатывание денег, монетизация канала, да, а сейчас да. На Украине это больше. Но для жителя Киевской области, которая, в общем-то, все-таки в центре Украины, такая каноническая украинская, он ведет себя, ну, можно сказать, относительно прилично в отношении заангажированности. Ну, я понял вас. Ясно. И еще тогда вопрос вам, если по истории. Я сейчас второй раз перечитываю Алексея Петровича Толочка. Как считаете, стоит этому историку, ну, скажем так, доверять и его работать? Ну, я думаю, да. Но он, по-моему, я могу ошибаться, он, по-моему, больше социолог, а может и историк. Да, Толочка, я понимаю, кому вы. Нет, есть два Толочка, есть Петр Петрович, а есть Алексей Петрович, это его сын. А, ну я вот... Петр Петрович, это, который еще археолог, там уже, а да. Петрович, он больше такой историк, ну, теоретически, скажем так. А. Ну, я сейчас, честно говоря, не помню, кого я читал, отца или сына. Ну, то, что я читал, довольно адекватное, да, изложение истории было. Ну, я понял. Ладно, спасибо. Ладно, жду вас на канале. Скопировали, вставите в поиск Ютуба, всех благ. Хорошо, всех благ. И здесь, на этом перекрестке. Вы откуда, если не секрет? Россия, Тамбов. Понял, меня Олег зовут. Может, вопросы у вас интересные есть? Да нет, я смотрю, диафрагмы какие-то смотрите хорошие. Какие диафрагмы? Диафильмы вы хотели сказать, но это не диафильм, это слайд-шоу от проектора. Я не смотрю, я же спиной сижу, это так для зрителей. О чем беседуете? Ну, в основном под собеседника подстраиваюсь. Я ж поэтому и спросил, у вас есть вопросы ко мне? Да обычно у вас ко мне вопросы. У меня? Я вас впервые встречаю. Ну, давайте я вам задам. Давайте. Что думаете о войне с Россией? Ну, нет же пока войны. Когда начнется, тогда и будем думать. Ну, вы думаете, начнется или не начнется? Освобождать российские территории от Украины нужно было в 2014 году, это ранее.
А сейчас, может, уже поздновато. Ну, как поздновато? Ну, Донец, Луганск-то борется, или как? Ну, что Донец? А Харьков бросили, Одессу бросили. Исконно русские города бросили, а Крым освободили, который не является исконно русским. Ну, тоже согласен. Ну, вот. У меня, кстати, интересная точка мысли. У меня много исторических роликов. Если хотите, заходите. И здесь, на этом перекрестке. Слишком освещение большое. Да, понимаю. А так, когда сумерки или вечер, нормально, хорошо видно. А где это вы находитесь, что у вас светло еще? Я нахожусь в Торонто, а вы где находитесь? Ого, круто, я в Киеве нахожусь. Понятно. Блогер, что ли? Нет, почему? А почему? Чего такое? Ну, потому что VPN ставят обычно блогеры. Я что же? Нет, я не через VPN. У меня просто почему-то пишет, что я с России. Я не знаю, с чем это связано. Ну, значит, первоначальная регистрация на Фейсбуке у вас. Как будто из России вы написали. Может быть. Как вам в Торонто вообще? Что там? Да так, сейчас локдаун. Пока видно. В смысле, тотальный, нельзя выходить никуда? Не, ну выходить можно, но рестораны закрыты, кафешки, там, парикмахерские. Что вообще власти говорят по поводу вакцинации? Что там, вакцинируют? Ну да, вакцинируют, да. QR-коды. А бустерную дозу будут колоть? Ну, типа, третью вакцину будут делать или нет? Сейчас колят. Понял. А вы как, вакцинировались? Конечно. Файзером? Да, Файзером. Две дозы? Две. Еще летом. Ну я тоже летом. В конце июня у меня вторая доза. Ну что, нормально перенесли? Нормально. Без проблем. Супер. А вы на какие темы беседуете, кроме как на вакцинации? Да я на тему вакцинации не беседую, вообще просто вот ищу интересных людей всяких. Вот мне интересно, например, пообщаться с жителем Торонто. Вы, кстати, сколько лет там живете уже? С 5-го года. Английский хорошо знаете, да, получается? Нормально. Профессиональный хорошо знаю, а бытовой похуже, но знаю. А кем вы работаете? Ну, я уже даю частные уроки, раньше преподавал в колледже. До иммиграции. Преподавали в колледже? А что вы так удивляетесь? До иммиграции в универе преподавал. Ну, в вузе. До иммиграции, я понял. После иммиграции в колледже, в Канаде. А до иммиграции в вузе. До иммиграции в физхимию, в колледже электрохимии. Круто. Это достойно уважения. А вы, у вас какое есть не секрет образование? У меня высшее техническое, я компьютерный инженер. КПУ, да, закончили? Не, я в Донецке учился. Да. В ДонНТУ. Ну, я понял, да. И переехали, наверное... Там ВТ кафедра была сильная раньше, очень по IT. И переехали, наверное, в 15-м году, да? Да, абсолютно верно. В 16-м только я переехал, я еще дома немножко пожил. У меня дом на территории Украины находится, я еще там немножко пожил. И вот потом переехал в 16-м. То есть вы не из Донецка, а с подконтрольной территории, да? Да, я с подконтрольной территории. Просто буферная зона, так сказать, 50 километров от Донецка. А что ж переехали в Киев, а не в Харьков? Более ментально близкие дончанам. Да нет, мне Киев больше нравится, Харьков мне не очень нравится. Ну, Харьков более... Я Харьков люблю, безусловно, но мне не очень нравится. Харьков более интеллектуальный город, чем Киев. Что? Как... Ну, как что? Больше вузов. Больше вузов, а на миллион населения намного больше. Даже при коммунистах было... я даже статистику такой... Харьков был лидер по удельному количеству вузов, вот на 88-й год. Так и сейчас тоже я не против, но это же никак не говорит об интеллектуальном это говорит уровне. Это говорит о том, что раз больше вузов на миллион населения, значит больше людей с высшим образованием. Нет, это значит, что больше иностранцев будут приезжать сюда и получать относительно дешевое и относительно неплохое образование. Это тоже так, но это все взаимосвязано. Кроме иностранцев еще
местные жители получают. К сожалению, просто количество вузов никак не свидетельствует о том, что люди будут хотят учиться в этих вузах и получать высшее образование, и получать его качество. Но все равно технические вузы в Харькове считаются повыше уровнем, чем в Киеве или тем более в иных городах Украины. КПИ, ХПИ примерно одинаковый уровень. А вот отраслевые вузы, ХИИТ, или по старому названию ХАДИ, ХАИ, намного выше аналогов, если таковые есть в иных городах. А ХАИ вообще был в 90-х лидером среди технических вузов СССР. Как-то пару лет он был, считался лидером. И так и Харьков-то вообще был когда-то столицей даже, поэтому, ну, что ж тут... Ну, столица это же не значит, что интеллектуальная столица. У нас столица, допустим, в Канаде не входит и в пятерку самых престижных городов, равно как и в Штатах. Столица это же у вас... Ну, не, ну просто там находятся какие-то экономически важные, например, Вот в славянском мире, к сожалению, роль столицы... демонизировано. А в цивилизованных странах столицы это всего лишь средоточие центральной власти и посольств. Я же говорю, у нас столица, знаете, какая столица Канады, кстати? Слышали? Оттава. Оттава. Так вот, Оттава не входит в пятерку ни самых крупных городов Канады, ни самых престижных городов, то есть по жилью. А в славянском мире наоборот. Допустим, Москва на момент обретения столичного статуса в 1918 году не была самым крупным городом экс-Российской империи. А Киев не был самым крупным городом в 1934 году, например, на момент обретения столичного республиканского статуса. А сейчас потом раздулит, что Киев, что Москва. Да, абсолютно верно. Вот да, эта тенденция не очень хорошая для экономики, поскольку, когда вот, допустим, почему успешная экономика в Штатах, там, в Канаде, потому что столица не является конкурентом крупнейшим городам, и у них честная конкуренция, значит, в бизнесе, в уровне жизни, в престижности, то есть конкурируют между собой, там, честно, Чикаго, там, и, допустим, Лос-Анджелес, да, без административного ресурса. А у вас, к сожалению, такое есть. Ну, вообще не у вас, а в целом в Восточной Европе вообще. Вот где-то так. Да, я понял, о чем вы говорите. Ну, все правильно, все верно, говорите, логически рассуждаете. Если хотите, заходите на мой канал, себя увидите со временем, если вы не против, чтобы я вас выложил, вы довольно интеллигентный молодой человек. Есть желание заходить, дам название канала? Да, без проблем, да, конечно, давай. Да, там несколько каналов увидите, да, с главного, на главной странице, Home, там... Иконки на остальные. Нам тогда что-то наговорить, чтобы вы... О, я подписался. Ну, молодец. Может быть, вам что-то наговорить, да, чтобы вы нарезали? Ну, давайте какие-то пожелания. У нас достаточно диалог нормальный был. Но если какие пожелания есть, давайте под конец записи скажите. Не, пожеланий у меня никаких нет. Я имею в виду, может быть, что-то мы о чем-то поговорим, чтобы вам было легче нарезать или чтобы что нарезать. Ну, достаточно мы проанализировали экономические ситуации. Ладно, спасибо. Ну, жду вас на канале, всех благ. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские — это какой, чей, отвечает? Они ж передали в 1922 році в Воронежскую область. А в 22 году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну еще. Соединенные Штаты Америки — это федерация? Да. Ну, повернемся, да, сразу. Thank you.
в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Улица родная, и в небо дождь.